рядом с морским каналом, на берегу залива, располагался иллюминационный двор, где занимались подготовкой фейерверков, которыми славился Петербург. Традиция проведения праздников с фейерверками в Петербурге сохраняется и в настоящее время. На месте иллюминационного двора сейчас находится ресторан «Штандарт». Вы видите его справа. Здесь можно приятно. По замыслу Петра I, каждому дворцу или павильону в парке должно соответствовать фонтанное сооружение. Для Эрмитажа этот замысел название в память о резиденции французского короля Людовика XIV Марли-Леруа, которую Петр в XIX веке здесь любил останавливаться и пить чай император Николай I с супругой Александрой Федоровной. Вся красота дворца не в пышности и богатстве, а в удивительно точно найденных архитектурах в 2 году. Его автором по праву считается сам Петр I. В архивах сохранились документы, на которых личный рукой Петра изображен рисунок рисунок три фонтана и написано, какая структура должна его украшать. Приглядывая беседки, окружающих фонтан, любые интересные фонтаны. Торжественное открытие Петербурга на третьем параде Кремлевской резиденции русского императора состоялось 15-го. В середине 18 века сливные ступени каскада были расписаны черными и белыми квадратами в шахматном порядке. С тех пор каскад стали называть «Шахматная гора». По сторонам каскада установлены 10 фигур античных богов. Они выполнены из мрамора, петровское время, итальянскими мастерами.